середину, бросок гол. 3-0. 3-0. Петр Хохряков. 3-2 фактически выбежали. Ну и Родион Амиров, поздравим. Первая игровая передача в первом же матче. Да, остается Ларс Юхольц. Ну, сегодня не всегда есть у него поддержка. Давай об этом тоже скажем. Как нож сквозь масло прошли сейчас уфимцы и среднюю зону, и вышли из своей зоны, и мы видим вот этот... Отличная передача в исполнении Родиона Амирова. И ну, Хохряков за спину игроков СКА забежал и переиграл Юхольца, на которого бросили одного.